Компания проходит в штатном режиме. Особенности, конечно же, связаны в основном с коронавирусом, с эпидемиологической обстановкой. Министерство образования еще заблаговременно до такой вот, ну, скажем так, форс-мажора такого начало разрабатывать различные электронные варианты подачи документов, в том числе и через личный кабинет абитуриента. И в ведущих вузах, конечно, эти личные кабинеты абитуриента, они постоянно заполнялись и велись. А сейчас, конечно, нагрузка в большей степени приходится на личный кабинет абитуриента, чтобы минимизировать сроки подачи. Потому что, заходя в личный кабинет абитуриента, поступающий может зарезервировать себе место, которое ему угодно, то есть номерочек такой взять, с датой, и сразу прийти без посещения кабинета по регистрации, сразу прийти в приемную комиссию того факультета, куда он выбрал, и подать документы оперативно, при минимуме затрат на время, на контакт. И всегда БНТУ чем отличается, это прикладные социально-экономически востребованные специальности, которые сектору экономики постоянно нужны. В этом году БНТУ не осталось, скажем так, в стороне от того, чтобы чем-то не порадовать абитуриентов. Это 3 новых специальности, связанные с проектированием атомных электростанций. Это, конечно же, одна из топовых таких направлений. Электрический автономный транспорт, тоже как бы взаимосвязано. И специально связаны с экономической безопасностью промышленных предприятий. План набора составляет из средств республиканского бюджета, то есть на бесплатную форму 3000, на платную 1500. Большой конкурс будет на экономические специальности. Прием на бюджет заканчивается 31 июля. Это один из таких ажиотажных дней, когда все в последний момент хотят узнать и хотят попробовать, поступят ли они. Конечно же, не стоит ждать последнего дня, необходимо быть уверенным в своих силах и, безусловно, я считаю, что успех и удача улыбнется. Мы хотели на сокращенную, поступаем на заочную. Вот и все, выбрали университет, где больше специальностей, куда можно больше шансов пройти. Он один из самых достойных вузов нашей республики, потому что мы уже первую ступень закончили, колледж при БНТУ, а сейчас уже идем на вторую ступень. И нам все нравится, устраивает, и образование на самом высшем уровне.